пятой серии сериала «Под прикрытием». В результате оперативных действий Кунц и Миркин погибают. Русалкой оказывается девушка-хакер, в инвалидном кресле которой угрозами и шантажем заставили взломать правительственную базу данных Карпов, идет на поправку. Новым звеном в расследовании отряда, которое может привести к призраку, становится Петр Тарусов, медиамагнат и владелец модельного агентства. Легальный бизнес является лишь прикрытием для множества его преступлений. Перевоплотившись в провинциальную фотомодель, Перова узнает шокирующие подробности порочных страстей Тарусова и его команды и попадает к нему в плен. Агенты разоблачают Тарусова и спасают Перову, а вместе с ней и десяток девушек. В ходе операции Шамрай убивает личного телохранителя Тарусова. Посмотреть очередную серию вы сможете 25 июня.